Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Сегодня, друзья, у нас видео к разделу «Мастерская». Будем вместе с вами обслуживать прогрессию на Yamaha XT1200Z. Напомню, это мой Yamaha Super Tenere 2011 года выпуска, и пробег на сегодня 80 тысяч километров, плюс-минус. Прогрессию я не обслуживал на этом мотоцикле ни разу. Соответственно, если я туда ни разу не лазил, значит, туда не лазил никто с завода. И вот мне, думаю, да и вам очень интересно, какое сейчас состояние там сальников, подшипников, сколько там смазки и все остальное. В прошлом году я существенно обслужил этот мотоцикл, поменял и цепь ГРМ, и вилочку обслужил, и рулевую. Я думаю, вы все эти видео смотрели. Если не смотрели, советую посмотреть. И сейчас мы с вами полезем и посмотрим, какое состояние у прогрессии спустя 80 тысяч километров. Напомню, что на этом мотоцикле я ездил не только по асфальту, и тем более интересно посмотреть состояние всех агрегатов. Так что давайте, друзья, разбираем, чистим, смазываем, собираем обратно и начинаем сезон 2022 года, потому что у нас на улице уже плюс 10. И сразу сходу небольшой лайфхак, который пригодится не только владельцам Super Tenere, но в принципе всем путешествующим мотоциклистам. Вот этот инструмент, это тот инструмент, который я вожу всегда с собой в любую дорогу, в любое путешествие. И я всегда стараюсь обслуживать мотоцикл в гараже именно тем инструментом, который вожу с собой. Советую делать это и вам, объясню сейчас почему. Когда вы ремонтируете, обслуживаете свой мотоцикл именно тем инструментом, который возите с собой, у вас есть четкое понимание, весь ли инструмент, который нужен дороге, у вас всегда с собой. Потому что очень часто мы обслуживаем мотоциклы в гараже, где у нас куча всякого инструмента, а потом, когда на дороге ты с чем-то сталкиваешься, ты понимаешь, что просто какого-то шестигранничка у тебя не хватает или какого-то накидного ключа. Поэтому советую вам обслуживать свой мотоцикл тем инструментом, который возите с собой, для того, чтобы у вас было понимание, что туда добавить, а что-то, может быть, лишнее убрать. Потому что раньше, я вам честно скажу, я возил намного больше инструмента с собой. Но потом, когда я начал обслуживать мотоцикл именно тем, что я вожу, я понял, что половину можно вообще оставить дома и воспользоваться намного меньшим количеством инструмента. Да, конечно, когда вы в гараже, можно воспользоваться дополнительным инструментом, чтобы облегчить себе ситуацию. Это совершенно нормальная история. Но понимание о том, все ли вы возите с собой, что нужно, у вас должно быть. Так, ну и, соответственно, если вы будете обслуживать вашу прогрессию, вы можете снять также, в принципе, и заднее колесо дополнительно, если вам это нужно, посмотреть его состояние, помыть, почистить. Но, в принципе, для того, чтобы обслужить прогрессию, нам заднее колесо не мешает. Мы сейчас переходим на ту сторону, потому что у нас как раз с той стороны все основные гайки. Будем откручивать линки, опускать заднее колесо вниз и смотреть состояние всех агрегатов и узлов. Так, ну и что, друзья, давайте крупным планом смотреть, что у нас здесь имеется. Вот она сама, соответственно, прогрессия, ее треугольник. Основное место крепления – это точка крепления к раме. Здесь металлический подрамник. Здесь точка крепления амортизатора, ну и, соответственно, линки. У линка две точки. Один на прогрессии и один на маятнике. В общем, у нас узлы 1, 2, 3, 4. Это все узлы вращения, узлы трения. Сейчас будем их разбирать, смотреть на их состояние. Я думаю, не лишним будет их помыть, смазать, ну и посмотреть состояние сальничков, конечно. Так, ну что, давайте разбирать. Здесь у нас гайки 19, 19 и здесь одна 17. Весь этот инструмент у меня есть, но для простоты процесса я, конечно, воспользуюсь своим гайковертом. Под заднее колесо подкладываем деревяшку, для того, чтобы мы могли его немножко поддомкратить, так как, когда мы раскрутим линки, отпустим, колесо у нас упадет вниз. Ну и для того, чтобы легче было снимать, лучше нам подпереть чем-то заднее колесо. Может быть, кому будет интересно, расстояние между центрами отверстий 10 сантиметров. Я слышал, что вроде как бывают и 9, и бывают и 11. Но это не точно. Так, сняли линки, сняли болт крепления амортизатора. И, соответственно, у нас теперь самое сложное вот это место, труднодоступное, это крепление к раме. Нам нужно снять вот этот треугольник, чтобы полноценно его вымыть, посмотреть состояние подшипничков, там они, скорее всего, игольчатые. Почистим болты заодно, потому что, видите, тут небольшие окисления на них есть. Все это дело потом будем смазывать и собирать в обратном порядке. Эх, 80 тысяч километров. Никто не лазил. Серьезный показатель, как считаете? Ну вот с места я ее сдвинул. Давайте посмотрим, можно ли дальше рожковым подлезть и открутить. Да, в принципе, сорвать получилось, ну а дальше уже дело техники. Разобрать прогрессию и не разобрать вот этот последний узел, ну это тоже неправильно, это мартышкин труд. Все узлы смазать, а этот нет. Болт выходит довольно-таки легко, он не окислен. Но да, как я и говорил, он упирается. Вот конструктивная особенность. Нельзя достать болт, потому что он упирается вот в этот патрубок. Болт просто так выходить не хочет. Мне пришлось раскрутить вот здесь патрубок, раскрутить с той стороны, с правой стороны мотоцикла, еще одно крепление патрубка и ослабить крепление непосредственно самих патрубков глушителя к мотору. Почему? Потому что патрубки начинают шевелиться, и это даст мне шанс открутить, вытащить этот болт. Но мешает защита, поэтому защиту тоже приходится снимать. В принципе, это недолго, всего 3 болта. И вот теперь есть шанс, что патрубки смогут пошевелиться. Надеюсь, вот эта перекладина им не помешает. И мы сможем вытащить болт. Ну, как я и предполагал, движению патрубков мешает еще вот эта защита, которая оригинальная, ямаховская. Вот она, перевязка. Вот это я ее открутил. Все, теперь штаны будут ходить более свободно. Я думаю, теперь уж я смогу вытащить болт. Патрубок, видите, патрубок опустился уже, и теперь есть возможность вытащить оттуда болт. В общем, получается, для того, чтобы вытащить этот болт, вот он вышел, для того, чтобы вытащить этот болт, нам мешает вот это вот патрубок глушителя. Ну, не могу сказать, что это прям дюже сложно, конечно, но чуть-чуть вот конструктивная особенность, если бы была, попроще, было бы замечательно. Но ничего, в принципе, мы потратили на это минут 15. Так, разобрали мы все. Висит у нас амортизатор, крепление к маятнику. Здесь у нас стоит втулочка. Соответственно, там у нас подшипник один, 2 сальника с 2 сторон. И 3 подшипника у нас вот здесь вот в основной вот этой вот прогрессии. Но вот судя по болтам, которые стояли здесь, не так уж много туда попало и грязи. Но сейчас, конечно же, надо будет вскрывать. Ну вот я вот смотрю на внутренности подшипника уже первого. На камере, может быть, сильно не видно. Но там довольно-таки чистенько. Сальники целые везде. Нигде я не вижу порванного сальника. И нигде я не вижу, чтобы через сальник туда зашла вода или грязь. Везде все в норме. Соответственно, мы сейчас это все дело моем, закидываем внутрь подшипников дополнительную смазку и собираем в обратном порядке. Так что, в принципе, можно уже сделать выводы, что прогрессия Yamaha Super Tenere 80 тысяч отхаживает без проблем. Но лучше, конечно, я думаю, где-то тысячах на 50 сюда залезть и посмотреть. Но опять же, все зависит от эксплуатации. Если вы в основном эксплуатируете свой мотоцикл в оффроуде, постоянно в грязи, в жиже, то сюда надо лезть, я думаю, 1000 через 20. Есть на пальце небольшая выработка. Вот вы можете ее увидеть. Видите, вот небольшая набита. Причем она так асимметрична. С этой стороны есть, а с этой стороны нету. Это, соответственно, от работы подшипников. Ну, мы провернем палец в обоими, и я думаю, он еще без проблем у нас походит. В общем, ничего критичного под замену я не вижу. Ни в этих подшипниках, ни в этом. Поэтому только моем, смазываем и собираем в обратном порядке все. Ни бензин, ничего использовать не будем, чтобы не разъедала наши сальники, лишний раз резину не травмировала. Хотя, скорее всего, они масло бензостойкие. Но я предпочитаю, когда нету сильного загрязнения, вымывать все ВДшечкой. Ну, вот, смотрите, сальнички еще в прекрасном состоянии. Вот я их сейчас отмываю, нету на них никаких ни порепанности резины, ничего. В очень все хорошем состоянии. Я думаю, пока что менять смысла нету их. Только моем, обслуживаем. Ну и, конечно, внутрь надо будет забить побольше смазки. Я заглянул, в принципе, сухих подшипников нету. Везде есть смазка, она заводская. Я ее трогать, вымывать не буду. Лишь добавлю к ней еще дополнительно смазочки, чтобы, если где-то ее недостаточек, не хватает, чтобы она перетекла. А родная, оригинальная японская смазка пускай работает дальше. Кстати, по поводу запчастей сразу скажу, что я же всегда на Мегазипе заказывал. Буквально недавно я ради интереса связался с менеджерами, спросил, как поставки, как что. Они говорят, все нормально, все работаем, запчасти будут. Единственное, они сейчас перестраивают свою логистическую схему, исходя из того, что многие авиарейсы отменены и все остальное. Логистика будет процентов на 15-20 дороже и будет дольше пока что. Пока что дольше, если раньше там 2-3 недели и запчасти у вас, то теперь где-то в районе месяца это все будет доставляться ориентировочно. Ну, так, как говорят менеджеры. Там, конечно, посмотрим. Но радует то, что запчасти в принципе хотя бы есть. Это уже хорошо. Хуже, если бы их не было и не было возможности достать. Так, для смазочки буду использовать вот такую вот смазку Bosch. Я покупал ее для автомобиля. Она специально предназначена, она вот долговременная антикоррозийная смазка. Она предназначена для смазки направляющих суппортов, всех трущихся элементов, там, где вода, там, где грязь. Она очень устойчива ко всем этим моментам. Я думаю, она будет отлично работать непосредственно здесь в прогрессе. Обычный литол можно, конечно, задавить, но у меня вот есть смазочка, скажем так, покруче, использовать буду ее. Повторюсь, не вижу я проблем со смазкой. В этих узлах сказать, что их там нету, этой смазки, все на месте, но я думаю, если мы немножечко добавим, лишним это точно не будет. Ну и то же самое сейчас делаем непосредственно еще с 3 узлами прогрессии. Забиваем смазку туда, и в принципе уже можно будет все собирать в обратном порядке. Ну вот смотрите, чистенькие втулки, ни мусора, ни грязи, внутри ничего нету. Это радует, и это показатель того, что подшипнички целенькие, вода туда не попадает. Вон, смотрите, как плотно-плотно смазочка забита там, насколько, конечно, передаст камера, но, в общем, поверьте мне на слово, смазки там достаточно, и не видно никаких следов грязи. Это вот самое главное, что радует, потому что, в принципе, все вот эти трущиеся узлы и соединения могут ходить, ну, не вечно, конечно, но очень долго, если туда не попадет вода и грязь. Как только туда попадает вода и грязь, все, там получается внутри эффект наждачной бумаги, и все быстренько уничтожается. А вот смотрите вал, и вот у него вот здесь посерединке небольшая, я вижу, коррозийное отложение. Тут 2 подшипника стоит, с этой стороны и с этой. Между ними пустота, соответственно, пустота, в которой нету ни подшипника, ничего, и там, скорее всего, было немного влаги, видите? И эта влага сделала, ну как, там запотевание, скорее всего, было какое-то. И эта влага вот начала образовывать коррозию на втулке. Это нехорошо, поэтому мы сейчас внутрь забьем туда побольше смазки, чтобы вот это пустое пространство было тоже смазано. Вот то же самое и здесь. Вот в маятнике тут тоже 2 подшипника с 2 сторон, и между ними пустота, туда как раз я набил смазки. Будем сейчас, соответственно, забивать сами подшипники, мазать, и вот туда к центру сгонять смазку, чтобы там в пустоте как можно меньше конденсата образовывалось. Также смазка, она нужна не только для подшипников, но еще и сальники с той стороны, когда они все смазанные, у них лучше прилегание и меньше вероятности того, что они запустят внутрь воду или грязь какую-то. И, кстати, вы их не перепутаете, видите, они все разные по длине, втулочки все разные, поэтому можно смело разбирать. Не бояться. Тут тоже стоят два подшипника, но они практически вплотную друг к другу стоят, и между ними практически вообще там тоненькая-тоненькая щелка есть, и все. Здесь нету никаких вообще отложений, никакой коррозии, вообще никаких следов, кроме вот, ну, маслянистых вот этих вот отметин по краям. То же самое забиваем внутрь дополнительно смазочку и собираем. Так, ну вот и все, по сути, прогрессия смазана, готова к сборке. Теперь, я думаю, давайте почистим болты, приведем в порядок вот эти все наши болты, линки. В принципе, они довольно-таки чистые, но есть вот немножко отложений на болтах, там, видать, где между болтом и втулкой попала влага, немного коррозии. Мы сейчас это дело вычистим все. Также я решил сегодня не прибегать к использованию бензина. Все почищу ВДшкой. Она и чистит, и смазывает. Вот, вот такая у меня есть ВДшечка с белой литиевой смазкой. Я думаю, мы обработаем болты ей. Это наподобие той смазки, которую мы используем для смазки цепи на мотоцикле. Так. Вот они, смотрите, два длинных болта и один чуть короче. Я думаю, что все-таки короче болт идет вот сюда, а два длинных идут сюда. Ну, по логике, наверное, так будет правильно. А вообще, конечно, надо помечать болты, когда разбираешь, какой откуда, чтобы потом не было никакого конфуза и не пришлось вспоминать. Ставим линк второй. Так, еще раз проверяем. Все на месте, лишних запчастей нету. Значит, это дело мы можем все смело затягивать. Кстати, вот с этим болтом, с этой гайкой будет удобно собирать. В том плане, что с той стороны болт держать не надо, так как с той стороны там идет приваренная шайба такая, загнутая, которая держит вот этот болт, и он не проворачивается. Соответственно, тут достаточно только с одной стороны. Эти же болты надо будет придержать, когда будем затягивать. Опа! Да, и, кстати, я еще ни разу за сегодняшний день не сказал, как это классно работать с мотоциклом, когда он на подъемнике. Безмерно я рад своему приобретению, мотоподъемнику. Получаю истинное удовольствие. Так, ну и тут давайте с помощью пневмопистолета затянем, поставим слабенький режим. Так, раз, и потом проверим еще обязательно ключом. На 17 головка и головка на 19. С той стороны придерживаем болт. Ну все, давайте проверяем еще руками на всякий случай. Да, я поставил пневмопистолет на маленькую мощность, поэтому руками можно чуть подтянуть. Кстати, я его называю пневмопистолет, а это не пневмопистолет, это аккумуляторный гайковерт. Довольный я как слон. До Нового года закупил новый инструмент, как раз до подорожания. Повезло мне, успел. Ну, по сути, все. Вот, колесо у нас уже в воздухе болтается. Теперь наша задача повесить глушитель. Подвешиваем его вот здесь, на его родное крепление. Вставляем в патрубок с той стороны. И все это сейчас будем собирать. Все протягиваем и, в принципе, можем вешать защиту. Глушитель затянули, прогрессию собрали, вот эту вот поперечину родных дуг скрутили и финальным аккордом ставим защиту двигателя. У меня оригинальная от Yamaha стоит. Кстати, в 2011 году, когда я приобретал мотоцикл, если верить словам дилера, который мне его продавал, мой мотоцикл был одним из первых 100 ввезенных в Россию Yamaha Super Tenere, и Yamaha первым владельцем своего мотоцикла, первым, кто купил Yamaha Super Tenere в России, дарила подарки. Значит, в подарок шли оригинальные дуги, защита двигателя и 2 боковых кофра. Но это довольно-таки существенные подарки, при условии, сколько все это оригинальное и сейчас стоит, и тогда, в принципе, стоило огромных денег. Поэтому Yamaha большое спасибо, до сих пор эксплуатирую ее подарки. А, еще и защита фар шла такая из пластиковая накладка на фары, которая защищает оригинальную оптику от попадания камней и всего остального. До сих пор тоже юзаю, правда, недавно пришлось ее отполировать. Она от песка, от дороги затерлась существенно, и свет стал плохо проникать. Мой товарищ мне ее отполировал, и она теперь как новенькая. Так, все, защиту поставим и проходим еще раз по кругу, проверяем затяжку всех узлов. Я это делаю всегда, потому что береженого, как говорится, Бог бережет. Ну, вроде бы вот и все. Ну что, друзья, все, готово, мотоцикл обслужили, все почистили, смазали, помыли. Yamaha Super Tenere в очередной раз готов к бою, в очередной раз он меня удивил. На пробеге 80 тысяч километров там все идеально, но для своего успокоения я, конечно же, залез и все промазал. Надеюсь, это видео будет вам хорошим подспорьем, когда вы соберетесь обслужить свой Yamaha Super Tenere. Потратил я на это, ну, часа 2-3, если выкинуть время, потраченное на установку света, камеры, да, и на съемку всего этого. Надеюсь, это видео вам поможет, когда вы соберетесь обслуживать свой мотоцикл. Как всегда, от себя желаю вам обслуживать мотоциклы своевременно, с любовью, с заботой. Делайте это сами. Если не можете сами, обращайтесь к тем, кто это может сделать. Можете в гости ко мне приехать. Пока погуляете по Кисловодску, я ваш мото обслужу в лучшем виде. Мотоподъемник в очередной раз, хочу сказать, что очень и очень помогает. И вы видите, с каким удовольствием и вот так вот можно работать с мотиком. Это просто класс. Друзья, прощаюсь. Надеюсь, все слухи о том, что YouTube скоро перестанет существовать, это просто слухи. И мы с вами продолжим общение. По традиции, друзья, путешествуйте. И всем добра!